Что делать, если пришел китайский телефон и в нем не установлен Play Market? То есть какой-то вот Google Play стоит, но это явно какой-то вот китайский Play Market. И как поставить обычный гугловский Play Market? Что для этого нам понадобится? Понадобится, во-первых, получить рут на данный телефон для того, чтобы сбросить сюда определенные файлы. И давайте по порядку перейдем к компьютеру, посмотрим, подключим компьютер, посмотрим, какие файлы нам надо будет сбросить на телефон. И что нам потребуется сбросить на телефон? Для рута мы будем использовать вот такую программу FrameRoot версия 1.9.1. Потом нам понадобится Total Commander. И основная три таких вот файла для установки Google Play. Это сам APK файл Google Play, Google Login Service и Google Service Framework. Компьютер нам больше не нужен. Теперь установим наш FrameRoot. Неизвестные источники. Разрешить. Устанавливаем FrameRoot. Готово. Сразу установил Total Commander. Установлено. Готово. Теперь найдем наш FrameRoot. Запускаем FrameRoot и берем вот здесь вот вторая бара here. И видим успех. Root права установлены. Вы должны перезагрузить устройство. Загружаем устройство. Теперь запускаем нашу программу Total Commander. И Total Commander состоит из двух вот таких вот панелей. Слева на левой панели мы находим наши те файлы, которые мы загрузили. В правой панели мы установим ту папку, куда нам надо эти файлы переместить. Слева выбираем SD-карта. SD-карта и включаем наш Google Play, Google Service Firebrook и Google Service APK. На правой панели мы заходим в корень файловой системы, находим папочку System и папочку App. И теперь нам остается нажать вот внизу такая вот две папочки и копировать, переместить отмеченные нами файлы в нашу папочку System App. Ну, то есть копировать. Предоставить права суперпользователя. Окей, 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 окей. В нашей папочке теперь у нас находятся файлы, переместились в корень файловой системы, в папочку System App. И что нам остается сделать, это перезагрузить еще раз наш телефончик. Мы его перезагружаем. Телефон перезагружается, теперь наш Play Market становится системным. И давайте проверим. Вот Google Play китайский, который был. И вот появился у нас значок Play Market, который мы сюда установили. Запускаем. Да, вуаля, добавить аккаунт Google, существующий, новый. Все отлично. Ничего страшного нет. Если нет
гугловского Play Market, это прекрасно и очень просто устанавливается. Спасибо за внимание.